Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Напоминаю всем подписчикам моего канала, а также гостям столицы, которые интересуются темой альтернативной истории, о том, что в эту субботу, 8 июля, у меня состоится интереснейший маршрут по Замоскворечью. Группа набирается, приглашаю всех желающих. Я вам представлю свои авторские исторические находки, коих, в общем-то, набирается довольно много. Маршрут сам по себе очень интересный, потому что здесь, в отличие от других исторических мест Москвы, сохранилось очень много зданий, сооружений именно старой Москвы. Мы с вами пройдем по одной древнейшей дороге, которая шла на юг. Прогулки длительные, пешие. За это время мы проходим, как правило, 10 километров. Это полный маршрут. Новички не все выдерживают, но те, кто выдерживает, всегда остаются довольны, потому что, как правило, инфополе нам подбрасывает какие-то интересные сюрпризы. Заявки, пожалуйста, присылайте на почту, в телеграм-канал. Ссылки будут даны в описании. Прогуливаемся в нашей приятной компании. Будут обязательно перерыв на кафе. Будет много интересной информации. До встречи!